Эта техника ждет своего часа. Выйти во дворы и чистить придомовые территории от снега и наледи. Сейчас в Ульяновске работает 95 управляющих компаний. Главная задача сегодня – подготовиться к сюрпризам погоды. Трактора, значит, обслуживаются в данный момент. Готовность у них 95%. Вот, остался небольшие доработки. То есть количество тракторов необходимое у нас имеется. Могут выйти в любой момент. То есть обновлены щетки для механизированной уборки снега. Всего к уборке от снега и наледи во дворах управляющей компании в этом году планируют задействовать 111 спецмашин. Это на 20 машин больше, чем в прошлом году. Причем 56 из них – это собственная техника, 55 – арендованные машины. Внедрена система ГЛОНАСС на данной технике для того, чтобы комитет ЖКХ, также совместно со службой 05, с администрацией города могли, значит, отслеживать движение техники во время уборки снега. Вот, управляющими компаниями на территории города подготовлены 60 маршрутных карт, по которым будет осуществлена уборка придомовой территории. На 10% больше в этом году реагентов. Управляющие компании заключили контракт на покупку 1120 тонн песко-соляной смеси. За соблюдением всех норм и 100% готовностью к зиме коммунальных служб следит региональный департамент жилищной политики. Проверочные рейды начались с сентября. Проверяется наличие соответствующей техники коммунальной, ее готовность к работе, наличие шансового инструмента, это, ну, ручного инструмента для ручной уборки, наличие соответствующих графиков и маршрутных карт по уборке придомовых территорий. Еще один вид мониторинга – народный. Свои жалобы или предложения жители могут высказывать по телефону горячей линии 05. В прошлом году ульяновцы оставили порядка 350 обращений, касающихся качества уборки придомовых территорий. По результатам проверок, объездов и обращений составляется претензия в адрес управляющей компании. А вот городские дороги протяженностью 1043 километра зимой содержать будут компания «Дорремстрой». В ее арсенале 148 единиц техники. На сегодняшний день организация полностью подготовлена для обслуживания и содержания дорог в зимний период. То есть подготовлена песко-соляная смесь, закуплены реагенты, закуплены запчасти для ремонта техники, соответственно, проторгованы шины, аккумуляторы. Снег с городских дорог будут очищать так называемым колонным методом, когда машины едут друг за другом. Рената Алиулова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.